общем, давайте проводить дегустацию. Вот перед нами, значит, мясо, которое сувид. Ну, по внешнему виду сразу видно, да, кусочек такой более пышненький, потому что на костре он готовился 3 минуты, я, вот, 3 минуты, не больше. А вот этот кусочек маринованный в вакууме. Жалко, мы не сделали обычный, поэтому сравнить как бы не с чем. Ну, давайте сейчас. О, видите? Ну, мясо реально готово, оно мягкое. Немножко я соли не доложил. Надо было посолить, по мне бы еще посильнее посолить. Очень вкусно. Ну, смотрите, вот кусок явно приготовленный, мясо не сырое абсолютно, жилы вот эти не тянутся. Нежнейшее приготовление. То есть, а если это просто под краном горячей водой, да, 3 часа вы дома затратили, пакетик запаяли, специи положили, потом чисто сэкономили время на приготовлении на костре. Так, теперь просто в вакууме возьмем кусочек. Более жестковато. С учетом того, что это у нас не говядина. Говядина, точнее, не свинина. Но тоже жилы, которые были, они разошлись. Поэтому я вам скажу. Вакуумное приготовление Forever. Все ништяк. Если у вас, вы являетесь владельцем, обладаете подобным приборчиком, то используйте его для мариновки шашлыка. Вещь вот такая классная. Тем более экономит время. Ну и физику вы все изучали, да? Клеточки лопаются, все пропитывается хорошо, шикарно, становится вкусным, обалденным. Всем спасибо за внимание. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие и уважение, и у вас все получится. Спасибо.